Решение будет принято по завершении сегодняшнего рабочего дня. Комиссионно мы еще раз все осудим, взвесим, примем соответствующее решение. В любом случае, замечания, которые были сегодня увидены, вы видели их вместе с нами, они зафиксированы и будут отработаны в соответствии с нормами действующего законодательства. И я так полагаю, у нас есть законные 15 дней для подрядчика, в рамках которых он обязан устранить все имеющиеся недочеты. О гарантийном случае сейчас речи не идет. Мы имеем в виду как раз то, что мы увидели комиссионно. Но я полагаю, что для нас очень важно ваше мнение и органов райсовета, горсовета, которые присутствуют. 15 дней, с какого дня начинаем отчет? Со следующего дня. То есть завтрашнего дня. Сегодня до конца рабочего дня будут приняты соответствующие выводы комиссионные. И с завтрашнего дня они начнут уже устранять. Я думаю, что уже сегодня будут. Справитесь за отведенные 15 дней? Конечно. На самом деле не так много недосчетов, да, больше невыполненных работ мы видим, да, которые будут и так выполняться. Самое, я считаю, проблематичное, это вопрос с амфитеатрами, то, что мы увидели недостатки именно архитектурного решения по выбору окрашивания. Оно, опять же, как я всегда говорю, у архитектора в голове это красиво, на практике это получается трата денежных средств. Поэтому здесь, я думаю, сейчас активно поработают с архитекторами о возможности поменять решение, ну и все и будет исправлено. Так все, конечно, замечательно, работает, продолжается. Я думаю, через 2 недели у нас будет 100% готовность, когда будет принято. Вопрос к тому, чтобы еще это сберегли и была обратная связь от граждан, ради которых все это делается.